Роман Тертишный, известный публике канала ТНТ как Майя Абрикосов, возмутился отношением создателей «Дома-2» к Давиду Манукяну и презрительно констатировал, что продюсеры раболепствуют им и заискивают перед ним. Надеясь, что присутствие топового блогера на съемочной площадке хоть как-то повысит рейтинг увядающей программы. Однако, как бы ни пытались в телестройке возродить шоу из пепла, рейтинги лишь продолжают стремительно падать. Все эти дутые и накрученные тиктокеры и ютуб-блогеры не приносят пользы каналу, считает Май. Канал Ю, по мнению сплетника, уделяет слишком много внимания человеку, которому вообще не стоит находиться на лобне. Увидел случайно, как канал Ю хвастается тем, что ему удалось взять интервью у дам. Позорище. Дама, мечтающая о славе и признании, лезет изо всех дыр, а канал ставит себе в достижение взять у Манукяна интервью, выпалил шоумен. К слову, не обошлось без критики Ольги Буза, которая почему-то ассоциируется у Тертишного с трусами. Ей продюсеры также залезали всю задницу. Увы, но как бы ни гневался Абрикосов, публика высмеивает лишь его из всех вышеуказанных знаменитостей, заявляя, что бедняжка Май уже не знает, как поднять собственную популярность, и поэтому оскорбляет своих коллег.